Добро пожаловать на канал Hard Resident Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Soyuz S10 войти в Fast Boot Mode. Выключаем наш телефон. После чего удерживаем клавишу питания и клавишу громкости вверх. Попадаем в Boot Mode. Здесь с помощью клавиши громкости вверх выбираем Fast Boot Mode и нажимаем клавишу громкости вниз. Появляется надпись Fast Boot Mode, которая означает, что мы в него попали. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!